благодарю вас за внимание. Вопрос такой. Последние полгода очень сложно соблюдать аскезу, хотя раньше удавалось это очень легко, особенно по питанию, особенно после шести. То есть что-то стало происходить последние полгода. То есть как можно себе помочь соблюдать аскезу в питании, например? Вот смотрите, все люди начинают всегда свою духовную жизнь одинаково. Начало всегда означает, что мне нравится. Я это делаю, потому что я испытываю счастье. Но это означает какой-то период жизни. Вот вы ловите какой-то период жизни, когда вам хорошо и кушать на ночь, или, допустим, длительное движение совершать, или молиться. И человек думает, что так всю жизнь будет. А хороший период, он недолго не длится. Приходит время, и очень тяжело не есть на ночь. И в это время вот вы учитесь побеждать судьбу. Вот в это время. И когда вам хорошо побеждать судьбу? Побеждать судьбу, когда вам тяжело. Вот сегодня я проснулся, как обычно, поздно ложимся спать после лекции. Проснулся поздно. И надо делать йогу. А у меня йога такая очень тяжелая. 2,5 часа разные тяжелые упражнения. Подолгу делаю, на 3 слоя каждое упражнение делаю. Несколько упражнений. И я ходил. Может, завтра йогу сделать. И сработала простая вещь, как всегда. Может быть и завтра, но сегодня я только пару упражнений сделаю чуть-чуть. И все. Я начал одно сделать, потом думаю, надо еще одно сделать. Потом еще одно. Потом самое сложное упражнение, когда делал, я вообще думал, сейчас половину сделаю. У меня будет сокращенное сегодня. А потом, когда сделал половину, захотелось еще половину. И так потихоньку, помаленьку, со скрипом я всю йогу сделал. И чувствовал себя намного лучше. А сегодня, я не знаю, как у вас, у меня день, вот как определить, что тяжелый день? Сразу возникает нервное напряжение, хочется кому-то что-то сказать, там, о ком-то подумать. Вот. А я взял и начал делать йогу, и смотрю, прям такой день тяжелый. Вот эта йога взял, почувствовал всю судьбу свою, как она сегодня действует. Почувствовал, что тяжелый день. Можно почувствовать только в аскезе. Когда ты ее делаешь, тогда ты и понимаешь, что тяжелый день. А так ты начинаешь думать, что тебе кто-то мешает, там кто-то плохой, если находится какой-нибудь плохой человек рядом. Это очень важно понять, что нужна привычка. Привычка. И вот ради этого и живем. Понимаете, вот эта привычка позитивная, она вырабатывается очень медленно, потихоньку. Но ее надо вырабатывать. Вот это желание все равно сделать. Может быть, не так хорошо, но сделать. То есть победа над умом, да? Давай чуть-чуть сделаем. Давай чуть-чуть. А с ним надо дружить тоже. Давай чуть-чуть, еще чуть-чуть. Понемножечку, помаленьку. Чуть-чуть пораньше встанем. Чуть-чуть помолимся. 1 минутку всего помолиться. 1 минутку. Не хочу молиться. 1 минутку можно. Но минутку это вообще ни о чем. Потом 2 минутки, потом 3 минутки. И так все в молитву сделаем. Потом чуть-чуть посуду помою, а потом тарелочку всего. Потом 2 тарелочки, потом 3. Чуть-чуть помою пол. И так все потихоньку, чуть-чуть, и все сделаю. А люди максималисты часто, надо, чтобы все захотеть сильно. Люди хотят захотеть, чтобы было хорошо, чтобы нравилось делать. А надо, чтобы не нравилось делать. Надо, чтобы побеждать судьбу. Когда человек помирает, будет, у него не будет нравиться ему молиться, не будет нравиться. Но если он будет, когда помирает, он будет молиться, то в следующей жизни он всю жизнь благословлен будет. Вот если человек в молитве уходит из жизни, он или вообще идет в духовный мир, точно в рай пойдет, и потом всю жизнь будет благословлен. Просто потому, что он молился в момент смерти. Представляете, как это важно?
вся жизнь меняется. Вот в каком тонусе настроения ты ушел из жизни, такое настроение всю следующую жизнь у тебя будет. Что, Жень, ты в Краснодаре сейчас? А что не пришел у нас в клуб «Благо» собираться? А вот сейчас только с дороги, что ли? А вы где живете-то вообще? Как на Ардамоне прям здесь живешь. А где вы вообще? Откуда приехали? С Новороссийска. А, с Новороссийска. Но нас зовут Курск. Курск? Ну, в Курске там дружная семья. В Казани так потяжелее там. Не просто у них. Ну давай, Светик, перед Светик. Спасибо, Олег Геннадьевич. У меня со вчерашнего еще дня вопрос. Вот про аскезу вы говорили. В молитве и вообще про любую аскезу. Есть ли различия между мужским и женским подходом? Потому что иногда я что-то беру, и для меня это очень тяжело. Есть ли вот какая-то грань между этим? Конечно, есть. Женщина — это вообще НЛО. Неопознанный летающий объект. Даже для самой женщины. И женщина — это тайная энергия, скрытая, тайная. Поэтому женщин всегда надо обучать, как им жить. И они хорошо обучаемые. Они в женском теле человек легко учится и хорошо запоминает, и все потом так делает всю жизнь в женском теле. Вот. И запоминайте. Вот женщине не надо себя заставлять вообще. Вообще не надо заставлять. Но женщине нужно обязательно иметь много хороших подружек. И вот в это надо вкладывать все свои силы. То, чтобы ля-ля-тру-ля с подружками дружить. С какими? Хорошими подружками. Не с тех, которые сплетничают с тобой там. Или булочки поедают вместе. Ходят по кабакам. А те подружки, которые с тобой вместе бегают, аскез совершают, молятся и слушают лекции. Вот когда такие подружки у женщины есть, то тогда ей не надо себя заставлять вообще. Просто с подружкой созвонились, и она говорит, давай завтра побегаем. Ты говоришь, ну давай. А вставать неохота, а надо, ты обещала. А у женщины, если она обещала, она не может, у нее совесть ее сожрет, и она пойдет бегать за ней. Обещала. Все, вот так вот это работает. А вот в молитве как? То есть, допустим, я в своей духовной практике как бы увеличила время молитвы. Зачем? Ну, мне казалось, что я уже готова. А я сейчас понимаю, что я не могу. Да не надо, надо качественнее стараться молиться, не надо увеличивать, вы мучаете себя, потом страдаете. Молитесь глубже, идите в глубину, а не в ширину. То есть мне вернуться к тому времени, которое у меня было более стабильно, у меня получалось и было легче? Да, надо просто глубже погружаться и все. Время зависит от возможностей, человек не может больше, чем может. Вот вы начинаете больше, устаете. Устаете потом весь день на смарку, не можете нормально день проводить. То прямо просто. Ну вот вы же говорите, что судьба, она как бы пробивается, когда аскезу совершаешь. Как вот тоже эту грань найти, где я поставила какую-то такую планку, что... Бывают такие периоды жизни, когда ты рывок совершаешь, когда... У тебя опасность для жизни, когда рушится все в жизни, тогда ты, конечно, молишься больше, но потом, когда это проходит, человек должен восстанавливаться, отдыхать, как-то чуть расслабленнее жить, ну как-то восстанавливаться, потому что перегрузка, надо потом восстанавливаться. Так всегда надо жить. Перегрузился, восстанавливайся, восстановился, дальше живи. Плохой период наступил, опять. А здесь нельзя разговаривать. Если разговаривать, учить, то спокойно как-то надо.
Мы же общее пространство. Человек заговорил, все слушают. Спасибо. Ваш вопрос. По молитве, да? Нет, вопросы только по молитве у нас. Только... По молитве, по работе над собой, по чистке организма. У меня по восточным учениям получается так, когда человек рождается, известен день его смерти. И уже известно, там, богатый он будет, бедный, там, карма, все. Кто вам такое сказал? Вот знаете, когда я жил в Советском Союзе, там, я же еще лекции читал еще в те времена, и, допустим, встает человек, говорит, в газете написали так-то. И это значит, что это абсолютная истина, понимаете? Вот в газете написали, все, возражений быть не может. И вот она говорит, в восточных писаниях говорится, что человек родился, известен день смерти. Кто сказал? Тогда вопросов нет. Человек рождается для того, чтобы действовать. Если все предопределено, зачем действовать? Вот если все предопределено, зачем действовать? Если известен день моей смерти, что же тогда жить, и так понятно. Это вот, что они стрелялись-то, эти гусары? В рулетку играли, зачем? Если все известно, значит, я не погибну. А если я погибну, то тогда, значит, все известно. Ну, то есть они не понимали, что у человека есть свобода выбора. В этом смысл жизни, свобода выбора. Означает, что ты можешь продлить свою жизнь. Просто есть жизненный цикл, это факт, но этот жизненный цикл очень большой. Вот у человека жизненный цикл, вот сейчас, в нашу эпоху, 108 лет. Это в среднем. Вот проживите 108 лет, сможете? Сомневаетесь, да? Почему? Потому что вы неправильно живете. Вот об этом и речь, понимаете? Если бы вы делали все правильно, вы бы жили очень долго. И именно эта дата, как бы, она известна, что это, ну, может и больше даже можно прожить, но чем больше человек живет, тем тяжелее жить. И где-то уже предел его сил наступает. Вот это и есть цикл жизни человека. Когда он на пределе сил может дальше жить. Фактически, продолжительность жизни определяется аскетизмом человека. Чем больше человек может аскезы над телом совершать, тем дольше он может жить. Если человек расслабился, чуть лениться начал, значит смерть приближается очень быстро. То же самое неправильное питание, на ночь обжираться начал, смерть приближается. Перестал длительное движение совершать, смерть приближается. Перестал неподвижное положение тела делать, смерть приближается. Вот. Но если ты все это делаешь стабильно, то смерть отдаляется от тебя. Вот так человек должен жить, он должен побеждать судьбу, преодолевать трудности. А есть такие люди, их называют астропсихологи, или сокращенно астропсихи. Вот. Они людям говорят, что твоя дата смерти определена. И также говорят, что у тебя будет два брака, ты разведешься с женой. Ну, то есть, когда людям такие вещи говорят, это обрекает уже. Это значит, зачем жить тогда, если я вот обречен уже на грех, на преждевременную смерть обречен. У меня у дочери короткая линия жизни. Я заранее настраивался, молился, когда она должна была уйти из жизни, погибнуть. Вот, я уже чувствовал, знал примерно там, не до дня, но примерно там несколько месяцев. И она в этот день ушла из дома, ну, она замужем ушла из дома, пошла куда-то, и она должна была замерзнуть на холоде просто. Она не в себе была. Вот, и я... Мне ее муж позвонил, и я начал молиться ночью. И благодаря молитве мы ее нашли. То есть она нашлась, и все, и мы ей спасли жизнь. А я чувствовал уже давно, что она может раньше времени уйти из жизни, у нее короткие линии жизни, обрываются линии жизни. Но
линия жизни продлилась, в результате молитвы, аскезы, и она живет дальше. Все. Понятно? Хороший вопрос по молитве, по аскезам. Ваш вопрос. Спасибо. У меня вопрос по молитве, но касающийся ребенка. Вот у меня сын, он смотрит на меня и повторяет, но я переживаю, он тоже начинает подолгу молиться. Вот у нас вот Евгений сидит и Настя. Вот они в Мариуполе были, когда их окружили, вот это вот, когда была вот эта вот ситуация. И я в медитации увидел, что Настя должна погибнуть. Там, я увидел прямо, как она погибает. И я начал молиться, мы провели ретрит. И я почувствовал, что все будет нормально. А на следующий день они мне сказали, что есть выход. И мы решили, когда выходить, и они вышли. И все у них получилось нормально. И Настя осталась жива. И все, это не надо. Типа, все, человек умрет. У нас, у меня один мой знакомый, он, ну, говорили ему, не ешь грибы. Он все равно решил поесть. Поел грибы, оказалось, ботулизм там. И он ослеп на один глаз. Сразу же парализация пошла на полтела. И когда у него остановилось дыхание, уже в это время приехала реанимация, его посадили на искусственное дыхание, привезли в больницу. И дальше мы на следующий день начали, 40 человек собрались и громко молились за него. И время молитвы, я чувствую, вот у меня молитва гаснет, смерть прямо рядом с ним стоит. Он не дышит сам, дышит за него аппарат. И смерть прямо подошла. Я чувствую смерть уже. И я когда молюсь, у меня молитва гаснет прям. Я вот молюсь, и она как будто типа, да чего ты паришься, все равно у меня. Вот такой вот так вот. И я сел в позу алмаза, такое положение тела, самое пробивное для победы над судьбой. И решил, не выйду из этого положения, пока не почувствую, что он будет жить. Я сижу, молюсь, и уже больше, чем могу сидеть, и мне уже плохо, я чувствую, что сейчас уже все, я не смогу. А он все равно, такое ощущение, что он не будет жить. И дальше, 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 я думаю, ну, значит, я вместе с ним сейчас это, того. И в какой-то момент, вот когда уже было на грани, я был на грани, в такой раз, и такое чувство, все, будет жить. Это резко произошло, неожиданно. Я не ожидал, что так бывает вообще. И потом стало известно, что в это время он задышал, как раз самое в это время. И все вокруг тоже почувствовали облегчение, кто молились. И у нас молитва пошла очень вдохновленно. И все, и человек, у него все восстановилось, потом и глаз, и парализация прошла. И он все полностью здоровый, счастливый человек. Все. А если бы мы верили в то, что вы сказали, то тогда нечего было бы и молиться, он бы просто помер, и все. Поэтому вот эта философия, поэтому я и называю этих психологов психами. Почему я так злюсь на них? Потому что они людям разрушают жизнь, своими словами. Жизнь предназначена для того, чтобы бороться, для того, чтобы спасать жизнь. Нужно спасать жизнь, нужно преодолевать трудности, восставать против смерти, не соглашаться с ней. Жизнь нужна для борьбы, а не для того, чтобы, типа, ну, как бы, осеннее пальто можешь не покупать, все. У меня одного знакомого так была разрушена семья. Его жене сказали, у тебя два брака. Они только женились недавно, первый брак, и она начала сомневаться в этих отношениях. И сомнение постепенно усилилось, и она ушла от мужа, нашла себе другого. В результате потом сама раскаялась, пожалела, а уже было поздно, а семя заложил астролог, астропсих. Семя заложил вот этого поступка, потому что он не Бог, чтобы решать. Сколько у человека будет брак, это не твое дело.
Не надо людей обрекать на то, что у них ничего не получится в жизни. Надо, наоборот, стараться преодолевать, побеждать всегда. Даже когда человек сам не хочет помощи, иногда все равно надо помогать. У меня один родственник шел в ад, а я молился за него. И вот эти вот слуги ада, они его тянули вниз. И молитва моя не заходила в него. Я молюсь, смотрю, что это он все вниз и вниз. Я стараюсь. И я как бы мысленно спросил их, а что, почему молитва не заходит? И они мне тоже так же мысленно ответили, что он не хочет, чтобы ты им помогал. А если человек не хочет, помощь не заходит, она рядом стоит. И так я не останавливался, я дальше продолжал за него молиться. Пускай, думаю, рядом стоит, есть шанс. И когда он уже увидел ад, куда его тянули, я вместе с ним увидел его глазами. Ну, это точно не Краснодар. Там просто вообще жесть какая-то. Вот. Я же содрогнулся, когда эту энергию почувствовал. Вот, и он тоже, и он начал сомневаться. И в этот момент, когда он почувствовал, что, наверное, он неправильно жил, неправ, и в этот момент молитва зашла в него в сердце. И сразу раз остановилась вся эта процессия, не перестали его тянуть. Сразу раз молитва начала действовать. А потом опять потянули. Я такой, а что такое, почему вы опять тянете? Я же хочу его вытащить. И они говорят, не волнуйся, он пойдет, не будет там оставаться. Все нормально. Но мы обязаны ему все показать. И это не так, как у вас. Показать. Типа вот так картинка. Это реалити-шоу. Реалити-шоу, понимаете? Все надо попробовать понемножку. Чтобы было неповадно. И вот он все попробовал. Все страдания эти. Понемножку в аду. И потом дальше... уже пошел выше. Осуждено было в ад идти по поступкам. Поэтому никогда не соглашайтесь на такую философию. Эта философия очень греховная, она разрушает жизни людей. Всегда верьте в молитву, в силу свою душевную. Преодолевайте трудности, сражайтесь за свою жизнь. И все у вас получится. Ну, спрашивай. Можно, да? Да. Спасибо. Я вот хотела задать вопрос по ребенку. Вот если он повторяет за мной вот эти статические неподвижные... Он тоже очищает слои психические. Ну, можно разрешать, да? Можно. Почему фанатизма... нет? Просто дети, они не имеют силы воли, чтобы очищать организм. Но если они это делают, то они тоже очищают. Значит. Но если, допустим, предположим, что ребенок аутист, ему, допустим, 7 лет, он с мамой вместе неподвижно стоит 65 минут и ходит 4 часа, то он будет пробивать и статический, и динамический блок, будет пробивать, и он вылечится от аутизма просто, и все. Через годик такой практики. Нет, ну там ничего нету, никаких проблем, он вообще с детства какой-то... Даже меня вот он учит, я даже когда еще не вникала вот в это. Потому что он с прошлой жизни так занимается духовной практикой, и поэтому он с детства также этим занимается. Просто я переживаю, что у детей психика нестабильна, что там? Да вы просто переживаете, потому что все матери просто переживают. Все, больше никакой причины нет. Все, понятно, спасибо. Вот у меня мама сегодня мне пишет, спрашивает, ты когда поедешь? Ну, завтра поеду. Зачем она спрашивает? Просто переживает. Логики нет никакой. Все. Мамы все одинаковые. Что-то она выдумывает себе в голове и все. Ваш вопрос? Да, по молитве? Thank you.
Я вообще первый раз на вашем... Ну, в Ютубе, конечно, видела вас, а вот так на вашем выступлении первый раз. Мне очень нравится. Очень круто. Спасибо большое. У меня такой вопрос по молитве. Человек уехал на войну, ну, в таком, в отчаянии, в злости, в ненависти. А многие люди вот уезжают на войну, потому что у них что-то не сложилось в жизни. Психанули, поехали. Да. Это вообще не вариант на войну уезжать в таком настроении. Вообще не вариант, понимаете? Да, я понимаю. Ну вот он уехал туда на войну в таком состоянии прям страшном. И вот как он молится? Ехал на войну, молитесь. Дальше только молитва спасает жизнь. Все. Я просто даже не знаю, что это как. И надо знать. Надо помнить о Боге и молиться. Все. Что знать? А как это почувствовать? Останется уже не останется. А зачем вам чувствовать? Вам надо молиться. По дороге научитесь чувствовать, научитесь. Вам надо просто молиться, думать о Боге и отдавать мысленно Ему эту память. А не сомневаться. Молиться, не молиться, молиться, не молиться. Да сомневайтесь же, будет поздно. Да молюсь я просто, ну, надо что-то чувствовать, как-то правильно. А со временем вы будете чувствовать. Вот 3 дня назад он должен был погибнуть. Ну, не 100%, но была вероятность. Он остался жив. Благодаря вашей молитве. Серьезно? Абсолютно. Спасибо. И это уже второй раз так произошло. Это на самом деле очень сильно работает. Там просто на грани все. Или туда, или сюда. Чуть-чуть вот какая-то грань. И если человек молится, то практически... Я вижу, как это работает. У меня много пишут. Людей и с той стороны, и с этой стороны. Это же воюют-то близкие люди же, понимаете, да? Это нам сейчас просто внушают. Объясняет, что мы какие-то разные, типа. Но на самом деле это одна семья. Это, ну, у меня куча родственников там, у многих людей куча родственников там, у них куча здесь. Практически один язык. Мы одинаковые все, люди одинаковые. Мы ничем почти не отличаемся. Небольшие какие-то есть различия, как и везде. Как новгородская губерния отличается от тверской. Точно так же. Вот. И поэтому пишут все. Мне и там слушали лекции, здесь слушали лекции. Там слушают лекции, здесь слушают лекции. Два мальчики приходили в Киеве помогать мне на лекции. Забрали их на войну. Потом мне их друзья, которые тоже слушают лекции, присылают фотографии. Машина военная, раскуроченная, и 2 полуобожженных трупа лежат. Спрашивают, они или не они? Я говорю, они. И не в рай ушли. Вот такая у нас сейчас жизнь. Понимаете, люди гибнут. Можно еще вопрос? А вообще исцеление души будет у него? Как бы он пойдет за этим? Ну, хотелось бы, потому что... Наблюдаю, вот они пишут мне письма, я наблюдаю, смотрю, вот, допустим, видно период плохой, допустим, вот у него плохой период будет через 2 месяца, опасность для жизни сильная, в течение 2 недель будет. И вот я так говорю, допустим, женщинам, да, и потом спрашиваю, смотрю, они отмаливают прямо, человек остается жив. Ну, жив, да, а исцеление души-то будет, потому что если у него это... Исцеление чьей души, вашей или его? Его. А вы вашей уже исцелена? Нет. А что тогда про него спрашивать? Ну, он же психанет, еще куда-то поедет. Молитесь за свою душу. Ему помогаете. Хорошо, спасибо. Психанет еще куда-нибудь поедет. Молитесь, думайте о Боге. Не торгуйтесь с Богом, не требуйте от Него гарантий. Просто молитесь, и вы будете сами увидеть результат. Все у вас будет хорошо. Сейчас такое время побеждает сильнейший. Не имеется в виду там, кто земли сколько себя отрежет. А я говорю сейчас про молитву
и наши отношения с Богом. Я говорю про спасение человеческое сейчас. Потому что для каждой женщины победа, а только одна, означает, что ее муж остался жив. А то, что там политики между собой решают, они все равно что-нибудь решат, разберутся сами между собой. Важно, чтобы родственники живы остались при этом. Иначе это для вас как бы не будет уже иметь большого значения, что там получилось, в ту сторону или не в ту. Когда близкий человек погиб, то он уже погиб, его не вернешь. Вот. А если вы молитесь, то он останется жив. Вот в этом разница, понимаете? Поэтому молитесь за своих близких, постарайтесь сделать так, чтобы они остались живы. Чтобы это вся безумие, это все, пока оно длится, чтобы оно не коснулось вашей семьи, чтобы ваша семья была сохранена. Учитесь этой силе молитвы. Тренируйтесь. Да? Вот. Да? Здравствуйте, сегодня. Правда, очень вас видит. Мы вчера с вами по поводу дочери мы разговаривали. Анна зовут. Нет, мы только по молитве. Нет, я хочу спросить, сколько я могу молиться? Это у меня получается минут 40. А сколько я должна молиться, чтобы побеждать мою или ее судьбу? Я не помню, что напомните, что конкретно там с ней. Чтобы не погибло. А? В молодом возрасте, чтобы не погибло. А, чтобы не погибла? Так вы уже и так нормально молитесь, чтобы она не погибла. Она и так уже не погибнет. Ну вот у меня минут 40 только получается. Дальше уже сил не хватает. Все, хватает, все, достаточно. Больше, все, вас нормально. Больше у меня не получится, да, пока молиться? Надо молиться 20 часов, чтобы она не погибла. Не, я просто слышала, что надо час с лишним, а лучше 2 часа вообще. Вот она меня долбит своим ребенком. Я уже сказал вчера, что уже достаточно молиться. Не погиб. Нет, она все равно. А причина в чем заключается? У нее две жизни назад погиб ребенок. Это уже произошло. И она вот в этой памяти живет. Она думает, она прошлое переносит на будущее. Так многие люди живут. Они думают, что вот сейчас у меня что-то будет. А это уже было. Понимаете? Уже проехали все. Мне просто следующий вопрос молится по поводу мужа. Мы развелись 2 года назад. Молитесь по поводу дочери, продолжайте, все. Нет. Пока сердце не успокоится. А потом начинать за мужа. А потом за мужа. А потом за того парня будете молиться. Все нормально. Спасибо. Так, а минимум все-таки 20 минут или 40 может? Минимум 20 или 40. Человек должен молиться, пока в сердце спокойно не будет. А если у него все равно неспокойно, то он молится столько, сколько может, чтобы не устать. А если у него нет времени, то может молиться столько, сколько есть времени. Вот и весь минимум. Вот, женщина, теперь вы. Да. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Тоже первый раз. И очень рада. Спасибо большое вам. У меня вопрос такой. Вы вчера вот коснулись немножко темы алкоголизма. Вот у меня проблема, муж алкоголик. Алкоголик – это статическое напряжение на 5-м слое. Это статический блок дает алкоголизм, динамический блок дает курение и кофе. Вот. А токсины на 5-м слое дают наркотики, игроманию, вот это вот все. Ну, то есть, когда человек алкоголик, то бассейн, статические упражнения спасают от алкоголизма. Когда человек курит, то длительное движение спасает от курения. И когда человек наркоман, то пост на воде 2,5 суток спасает от наркомании. Ну вот я хотела спросить, вот он сам ничего не хочет делать, вот его все устраивает. Значит, вы все это делаете. Вы неподвижное положение тела делаете, вы ходите в бассейн, вы молитесь. То есть, если вы аскезу делаете, то она переносится на него автоматически. А отдаляться мне нужно? Вот вы говорили, отдалиться. А это все зависит от того, насколько вы оскверняетесь. Если вы, живя с ним, чувствуете, что у вас жизнь просто гаснет, то надо чуть подальше от него держаться. То есть, принцип такой.
Никто не обязывает тебя жертвовать свою жизнь ради, ради глупости своего близкого человека. Вот если близкий человек начал совершать глупости, ты не обязан жертвовать жизнь. Ты можешь жить отдельно или жить подальше, разводиться не надо, молиться за близкого человека. Близкий человек – это просто твоя судьба с прошлой жизни. Ты задолжал Богу что-то, и поэтому ты живешь с таким человеком. Меня вот как-то преследует вот эта тема, это уже второй муж, и у обоих это проблема. Значит, проблема где находится? Ну, видимо, во мне. Я пытаюсь понять, в чем проблема, и что мне нужно в себе, может быть, изменить. Вот, допустим, я иду по улице и смотрю, все гады. Вот все, вот этот гад и этот гад. Вам что это значит? Поставить я гад. Видите, как закономерность, правда? Я иду, все гады. Это значит, что кто гад? Я сам. Понимаете? Вот и все. Это очень все просто понять. Ну, один муж пьяница, второй муж пьяница. Но значит, с каждым последующим усугубляется ситуация. Есть, да, этого бросила, еще хуже стало. А вот это, кстати, так и есть. Одного бросила, хуже стало. Второго бросила, еще хуже стало. Третьего бросила вообще. А к третьему уже страшно, думаешь, ну, вот сейчас отлично, стоит разводиться вот или нет, вот сейчас вопрос. Да, вижу вас, Михаил, рад вас видеть, молодцы. Да, вот то разбираемся, вот первого бросила, второй еще хуже стал пить, третьего уже страшно звать. Вот правильно, это так работает судьба, отлично, молодец, разобралась. Я прям вижу, как вы пили в прошлой жизни. Я так и думала. Мне это не сложно понять. Я вижу вашу прошлое. Я смотрю, удивляется девушка. Если бы она себя видела, как она там хрюкала, поэтому она бы я ничему не удивлялась вообще. Видимо, поэтому я в этой жизни за ЗОЖ и никак вообще не пью много лет. А почему-то притягиваются. А притягиваются, потому что осадочек-то остался. То есть есть разные стадии отработки судьбы. Допустим, ты отработал судьбу уже в этой жизни, а нужно закрепление материала. А муж – это закрепление материала. Он в той жизни, если ты смотришь, ну, Господи, как же это вообще, как вообще люди так вообще живут, это же ужас какой-то. И Бог думает, давай, давай, да, давай. В сердце он думает, молодец, правильно думаешь. Еще пару мужей таких, и уже в следующей жизни в мужском теле пить не будешь. Что пьют-то в мужском теле, не в женском. Вот и сейчас поскрепляйте материал. В мужском теле в следующей жизни бить уже не будете, уже все. Да у меня уже настолько он закреплен, мне кажется, Это вам так кажется. Вы же не в мужском теле, а в женском. Ну да. Так получается, сейчас я отрабатываю карму своей прошлой жизни. Да? А вы что, не поняли? Каждую лекцию говорю об этом. У меня еще и у отца похожая проблема. Я начала, наверное, с него. А отец — это предупреждение. Когда ребенок живет, родители ему показывают на его будущую судьбу. Муж и жена – это моя судьба, а дети – это укор за то, что ты в своих прошлых жизнях в это не смог сделать. Если тебе достается муж, это значит, ты уже смог что-то сделать, но нужно закрепление материала. Если ты этого не делаешь, а он это делает, значит, ты закрепляешь материал. А если ребенок начинает что-то не так делать, это значит, что не ты справился с чем-то, и тебе уже судьба укор дает, через детей укор. Это самое тяжелое, это еще тяжелее, чем муж. Ну, а вот получается, вот у меня желание есть родить ребенка, с ним вот я стала сомневаться, стоит ли. Хороший вопрос такой, знаете. А если я скажу, стоит, и потом что-то не то, Олег Геннадьевич виноват, он зачем он мне так посоветовал. А если скажу, что не стоит, я без детей осталась, и Олег Геннадьевич виноват, из-за него детей нет. Дело в том, что год назад уже была беременность, и случился выкидыш на таком серьезном. Так это от того, что у вас статическое динамическое напряжение на третьем слое. У меня? Моя хорошая, у нас по молитве тема сейчас, по молитве. Да. По вашей семье. Я хотела, да. Я просто вот вам сейчас говорю, да, у нас мы сегодня молиться пришли, все. Ну, с вами. В свободной вы хотите форме поговорить после лекции? Я хочу спросить про молитву. В свободной форме за него молиться?
Вот как молиться, я сейчас буду настройку давать и узнать. Спасибо большое. Да? Не по молитве буду сажать. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Садитесь. Скажите, пожалуйста, садись. Есть молитвы, ну, допустим, за детей, за мужей? Нет, не надо, только прославляем Господа. Вот есть разные уровни молитв. Есть молитвы для начинающих, которые почти не работают. Ангел-хранитель, вот я читала. Это молитвы, когда молитвы для начинающих, это значит, что я ничего делать не хочу, пускай делает кто-то другой. Ставим свечку, пускай делает кто-то другой. Просим у Бога, что-то просим. Значит, я делать ничего не хочу, буду просить. Пускай Бог делает. Правильно мыслить вот так. Надо славить Господа и забыть про родственников. А перед прославлением надо попросить Господа, чего вы хотите. А потом дальше забыть про себя, забыть про свои проблемы и просто славить Господа. Спасибо, Господи, за то, спасибо за все. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе за все, Боже. Я просто долгое время читала православную молитву. Ну, аллилуйя, это православная молитва? Это православная аллилуйя молитва? Да. Ну, а что тогда вопрос в чем? Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. И думайте о хорошем, что у вас в жизни было. Благодарите Бога за все. Вот что такое молитва? Это не ныть и просить, а это благодарить. Вот как вы думаете, вот допустим, вы хотите, чтобы начальник дал больше денег. У вас есть два варианта. Один вариант тупой, а другой вариант очень разумный, не для средних умов. Вот вы приходите к начальнику, один вариант, и говорит, слушай, дай мне побольше денег, мне что-то мало. И второй вариант, вы приходите, говорите, начальник, мне так нравится у тебя работать, у тебя так классно, все такая работа, и спасибо тебе вообще за все, и все, вот я очень благодарен. Вот в каком случае больше вариантов, что даст денег, а в каком меньше? Во втором больше, да, если он вообще склонен дать денег тебе больше, он даст. И как он даст, он скажет, спасибо, что ты так прославляешь, что ты благодарен. А как у тебя вообще по жизни, денег хватает? И ты такой скажешь, ну что-то немножко не хватает. И он скажет, ну ладно, хорошо, иди. И даст чуть-чуть побольше. Вот и все. Точно так же с Богом. Мы славим Господа. А Бог это же не начальник, он благороднее намного. Он самый-самый лучший. Вот, и мы славим Господа, и Он однозначно будет нам отвечать взаимностью, Он будет нам помогать от чистого сердца, а если мы конючим от него что-то, то будет наоборот, Он будет помогать, но Ему не будет это нравиться. Понятно? Да. А еще скажите, пожалуйста, вот у нас... Но, понимаете, есть один секрет. Секрет я вам сейчас расскажу. Когда ты молишься, надо обязательно воспользоваться хитростью с Богом. Знаете, какая хитрость? Надо найти такую молитву, которая предназначена специально для чего-то. Вот это хитрость. Вот, например, если у тебя муж алкоголик, то надо молитву для алкоголиков найти специально. И тогда это поможет лучше. Вот это хитрость, понимаете? Ну, то есть Бога, если хотите обхитрить, он же такой туповатый, он там старый уже в сердце сидит, он же вечно живет. Вот, его можно обхитрить. И вы находите молитву специально для алкоголиков, так и читаете его, это поможет лучше всего. А что поможет? А что поможет? Вы знаете, что помогает? Это Бог просто дает свою милость. А вы хитростью хотите ее вытащить из него, эту милость. Так лучше всего как милость-то получать? Просто честно славить Его и все. Вот по-доброму, по-настоящему радоваться Богу, славить Его. И вы получите милость тогда. Не надо специальных никаких хитрых молитв, понимаете? А вот для тех людей, которые вообще не верят в Бога, для них эти хитрые молитвы предназначены. Потому что они так думают, что они сейчас хитрят и все получится. В церкви, во всех церквях продают. Во всех церквях люди же простые ходят. Люди разные приходят, которые мало верят. В
Вы хоть лучше спросите, какие молитвы читал Серафим Саровский, вот такие читаете. Он какие молитвы читал, Серафим? Он что, читал за упокой там, еще что-то? Что он читал, Серафим Саровский? Он Богородицу читал постоянно, больше ничего не читал. Он славил Богородицу просто. Богородица, Дева, радуйся, и все. И больше он прославлял Богородицу, и больше ничего не читал. Почему он Богородицу прославил? Потому что он еще мудрее. Потому что он знает, что если молиться не Господу, а его маме, то он еще больше, Господь, будет радоваться от этого. Потому что он маму очень любит. Вот и все. Вот это такой правильный подход. Молиться маме Господа, потому что Бог любит маму. И он будет еще больше счастлив. А вы мне в церкви, в церкви. Я что, думаете, не знаю, что там в церкви? Есть возвышенные люди, они знают, что молиться. А есть глупые. Они, им для них специально придумывают что-нибудь такое, чтобы они были уверены, что это сработает. Вот, допустим, если глупому человеку сказать, это здоровый образ жизни. Он говорит, у меня, понимаешь, у меня печень больная. Дай мне что-нибудь от печени. Ему говоришь, нет, надо вот просто здоровый образ жизни совершать аскезу. Он мне говорит, да, дай от печени. Иногда мне приходится с такими людьми хитрить. Одни вот парень с девушкой, которые слушают мои лекции, здоровый образ жизни, все. Они говорят, помогите, пожалуйста, моей маме. Она не понимает, что такое здоровый образ жизни. Я подумал, говорю, ну давайте попробуем, попробуем. Я пришел, это мои знакомые, я пришел к ним домой. Говорю, у меня есть специальная таблетка. Вот, Михаил, слушайте, это интересная история, вам тоже пригодится. Я говорю, у меня есть специальная таблетка. Эта таблетка помогает на 200%. Она вам поможет с печенью с вашей, на 100%. Но ее просто так не примешь. Нужны специальные условия для принятия. Она такая, ну, бабушка такая, она говорит, ну, расскажи мне, пожалуйста, я все буду делать. Я ей рассказал, что для того, чтобы эту таблетку принимать, надо вставать пораньше, ложиться пораньше. Надо перед приемом таблетки обязательно пройтись, длительное движение совершать. Надо лежать в ванне, чтобы таблетку эту принимать. Помолиться. Вот, надо перестать есть мясо, иначе таблетка плохо подействует. Вот, перестать есть рыбу. Когда она начала таблетки, а это были таблетки от кашля обычные, я просто поменял этикетку, там, сделал как бы так, фирменную такую очень крутую таблетку, вот, упаковку такую фирменную. А, и все, и дети знали об этом, что... Но они я им не все сказал, я не сказал, что это просто от кашля таблетки. Но все были в шоке. Бабушке помогало прям просто вообще невероятно. С каждой таблеткой ей все лучше и лучше становилось. Она прямо расцвела. Она говорит, только ваши лекарства помогают, вообще я так вам благодарна. Вот, она прям ожила. Потому что она начала заниматься, вести здоровый образ жизни. Но так как она глупая, ей надо было что-то от печени именно. Понимаете? Дошло теперь до вас, да? Так глупым людям надо от печени там. Или от этого. Вот всем глупым людям надо вот от этого. А на самом деле надо просто славить Господа. И все. Но это не для глупых. Ваш вопрос. А можно я вам цветы подарю? И у меня еще для вас... ну, в общем, матушка Мандакини просила вам передать свои поклоны. Вот недавно она лекцию проводила. Могу куда-то поставить? Она недавно лекцию проводила в Москве и говорила, что очень много людей встречает именно верующих, которых к вере привел Олег Геннадьевич. Просила вот вам передать свои поклоны. На самом деле она сказала неправду. Сейчас я вам расскажу про одну девушку. Один святой человек, это было где-то в 70, может быть,
каком-то году, я не помню, в 76-м, что ли, один святой человек приехал, даже не в 76-м, в 73-м, что ли, один святой человек приехал в Россию, чтобы дать людям духовное знание. Приехал в Россию. И он пришел на Красную площадь, поселился в гостинице «Интернациональ», видит, что нет для людей доступа, никто не интересуется ничем, все ходят в колбасу, в очереди за колбасой стоят, за хлебом. Он повстречался с одним профессором, который побоялся даже думать о Боге в это время. И один парень, молодой человек, он заинтересовался, что у его учеников джинсы, и он хотел их обменять на что-то, потому что джинсы нужны были. И тогда они его пригласили к своему духовному учителю. Этот духовный учитель 5 часов говорил с этим молодым человеком, и молодой человек решил заниматься духовной практикой. А потом этот духовный учитель одну женщину, девушку молодую, сказал: «Ты хочешь мне сделать очень важное служение для Бога?» Она говорит: «Я для вас на все согласна». Она говорит: «Едь в Россию». Он говорит: «Едь в Россию и выйди замуж за этого человека молодого. И научи его духовной жизни, что это единственный шанс для этих людей узнать эту науку о Боге». И тогда она поехала, вышла замуж за него, научила его духовной жизни, и после этого ведическое знание начало распространяться по России.